Вообще-то вот дресс от Big Destruction. Это очень суровое нарушение моржевания. Если... Если будет дресс местно, то... Неизвестно сейчас. Да, мы увеличиваем замораживание за счет этого. Техничных растяжек не надо делать. Только то, что мне совсем легко. Это легко. В Админграда. Тоже от Рини, автогард Рини из Динов. На самом деле. И мы несколько переработаем. Так что до желтого цвета мы не дойдем. Мы просто на тенте чей же дресс. Get rid of хорошо, очень маленький плав я готовлю. А на сколько мне не будет тяжело? Ни в коем случае. Контроль, звучит камера так медленно. А ну да, значит, вот и нажал, и все, такие цветного ордена. Вот в чем дело.
Побрала картинку раз. Стойте, стойте, быстро, быстро. Шнель. Второй раз будет труднее зайти, вода абсолютно гармоничная. Чего я вам не верила сама. Раз, раз. Сейчас закуем еще раз, пусть на протекции камеры. Всегда жду какие-то еще панши, так сейчас вот эти не выключаем. Не выключаем камеру, заходим, заходим, пока мы чувствуем воду в голове. Тихо. Наверное, дело в том, что, внимание, вода теплее, чем суша. Вода, это все законы, мозги, все это дно. Они плавают. Very difficult to go on the earth, but in the water is okay. Вот так вот сюда. Subject, не хотя бы значит to crush, the subject. Чекни. Я плыву фактически по собачьи, знаете, ничего, чтобы не делаю ни в раз, ни крови, ничего, чтобы не напрягать сердце. То есть фактически плыву по собачьи. Да, это действительно масса. Продолжаем собачий плав. Собачий, то есть аккуратный и невинный. Собачий плав, аккуратный и невинный. Вот он. Не отвлекай меня, отставить отвлекалку.